На прошлой неделе стартовали работы по замене водопровода по улице Досток-191/1. Как только все началось, жильцы сразу же взбунтовались. Их не устраивает, что траншею роют рядом с домом, да к тому же хотят провести через подвал. А для этого потребуется пробить отверстие для трубы в фундаменте. Олег Великий выехал к обеспокоенным гражданам. Работы по замене водопровода начались еще в прошлый четверг. Тогда жители и не знали, с чем им придется столкнуться. Теперь они намерены добиться изменения в проектно-сметной документации. Имеют они право вот это делать? Есть у них нормативные какие-то документы, где ложатся вообще вот эти трубы? И почему они, как жильцам и собственникам квартир, они нам это не показывают? На сегодняшний день работы продолжаются. Начальник участка отметил, что они бы уже давно закончили, если бы не возмущенные жители, которые обратились уже во все возможные инстанции. Жители дома по улице Досток-191/1 возмущены земляными работами. Сам факт замены водопровода их не смущает. Они возмущены тем, что тяжелая техника роет траншею прямо рядом с домом. И они боятся, что фундамент может уйти под землю, и они вместе с ним. Жильцы не намерены останавливаться. Они боятся, что при прорыве трубы весь грунт размокнет и дом упадет. Но начальник участка заверил, что этого не произойдет. Прокладывать водопровод вблизи от дома можно. На это имеются все соответствующие документы. По старой схеме мы там не можем сейчас проложить, так как имеется проспект Досток, нам руководство города копать не даст. Также сделан здесь сквер возле этого дома не так давно. Чтобы положить водопровод по старой схеме, надо, значит, нарушить благоустройство этого сквера, проспекта Достыкна. Поэтому было принято решение запитать этот дом с другой стороны, то есть с улицы Почитальна от нового водопровода полиэтилена Демпфером 500. Водопровод в этом доме не менялся с момента его постройки в 1976 году. Были случаи его прорыва, а новые трубы прослужат не меньше 50 лет. Олег Великий, Даурин Дюсембиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.